Ладно, все готово. Друзья, приветствую я вас снова. Короче, сегодня в нашей рубрике эксперименты этот дымовушку будем делать. Сегодня нам понадобится этот анальгин и гидроперил. Здесь уже все есть. Вот а. Эта формочка, мы можно использовать майонезное ведро, там из-под сливок, какую-нибудь баночку. По-моему, 2:1 нужно использовать эту консистенцию, там анальгин и гидроперит. Ладно. То есть анальгин в 2 раза больше. Давай. Пошло. О, пошло, да. Неплохо. Ой, воняет как, зараза. Офигеть. И все. Тут уже хуже стало. Но если купить больше, например, пачек 6 анальгина и столько же гидроперила. О, там каша. Сейчас это пройдет. Палочку. Палочка есть какая-нибудь? Каша? Да. Воняет, а не пахнет. Короче, если там потыкать, то все застынет. Она очень вязкая. Проверяли. Ладно, наверное, все, да? И все.